Он синий и с белыми полосками. У него есть хвост. А вот такой. У него цепкие лапки. Всем помогает. И он хороший. Смелый. Веселенький. Очень добрый. Глазки вот такие. Он любит танцевать. И любит путешествовать. Художник. Это самый-самый-самый настоящий друг. Он енот мультипульти. О еноте я узнала еще в детском саду. На коробке было мультипульти. Я когда с мамой ходила в магазин, я там на полках увидела его канцелярию. Мультипульти видел на хоккее. И я с ним сфоткался. Я была на городском празднике, где там я видела енота. Я нарисовал вот слоника. Это была картина по номерам. Я маме сделала на день рождения цветы. Я из ткани шила и вырезала, и с мамой вместе делали. Енот – главный помощник всех ребят. Он помогает научиться рисовать, лепить или делать всякие аппликации. Я сделал робота. Моя поделка сделана из картона. Мой робот помогает убираться. Енот веселый. Он любит играть с детьми. Он всегда приходит на помощь. Я нарисовала домик красками. Это птички. Это цветочки. Эту картину я нарисовала для мамы. Я рисовала карандашами. Это у меня волшебный парк. Тут есть волшебная вода, волшебное дерево, волшебный цветок. Я раскраски очень люблю. Я рисовала карандашами и фломастерами. Я сделала такую работу. Она сделана у меня из пластилина. Коричневый, желтый. Я сделала русалочку из бусинок. Я сделала енота. Енот, помоги мне, пожалуйста, в исполнении моей мечты. Дорогой енот, меня зовут Милена. Меня зовут Влада. Я Миса Винков. Приглашаю тебя в гости. У меня детская мечта – получить детский мотоцикл. Я хочу с енотом поехать в Африку. А в Африке есть жирафы, там ходят верблюды, носороги и зебры. Я хочу, чтобы енот был моим самым-самым-самым лучшим другом. Дружба – это друзья. Человек не покидает своего друга никогда. Еще я хотела бы тебя попросить, чтобы ты выпускал 100 или 1000 карандашей в коробке. А сделай волшебные раскраски, чтобы они стали живыми. У меня есть заветное желание. Мне мультипульти перешел на день рождения. Мы тебя ждем, Андрюша и Артемий. Так здорово, что дети доверяют еноту, что они видит в нем друга, вместе с которым можно весело играть, учиться и помогать. А главное доказательство того, что мы делаем все правильно, это детские улыбки и радость в глазах детей. Ведь в каждой краске, в каждом карандаше лежит огромная наша любовь к детям. Любовь – это сила. Любовь – это жить. Клянусь хвостом енота!